С момента рождения человека начинается обратный отсчет времени, отведенного ему на этом свете. Время нашей жизни имеет огромную ценность, но зачастую люди тратят его впустую. А ведь оно не ждет, пока человек осознает его цену и начнет использовать его по назначению. И пока он наслаждается этой жизнью или с головой уходит в мирские проблемы, его время летит, бежит, и его время утекает, как песок, сквозь пальцы, секунда за секундой, приближаясь к концу.